Пятый канал и благотворительный фонд «Линия жизни» объединили свои усилия для помощи тяжело больным детям. Теперь по четвергам в нашей программе мы будем рассказывать вам о тех малышах, которые нуждаются в срочной операции. На этой неделе мы собираем средства для 9-летнего Максима Самойлина из Уфы. Его диагноз – это врожденный порок сердца. Ему требуется операция, которую покрывает бюджет. Но необходимо собрать деньги на специальные медицинские материалы. Это 41 700 рублей. Сумма большая, и самостоятельно семья не может оплатить эти материалы. Но согласитесь, если каждый из нас поможет по чуть-чуть, то эту сумму достаточно быстро можно собрать. Поэтому давайте не будем на завтра откладывать добрые дела и начнем сегодняшнее утро с доброго дела. Ну а найти более подробную информацию об акции «Утро добрых дел», а также узнать, как перевести средства на лечение Максима, всегда можно на сайте Пятого канала www.5.defis-.ru/добро.